Эта экспедиция для меня, безусловно, ну, огромная часть моей жизни. Это возвращение в молодость. Каждый год ждем ее, каждую весну готовимся к ней. Люди особенные здесь. Я ожидала многое, но не настолько. Действительно, места великой силы. Дело было во время экспедиции 2012 года. Во время одного из длинных переходов мы сидели вот на этом самом месте. Нас немножко штормило в это время. Распахнулась дверь камбуса, оттуда вылетает у нас кастрюля с недоваренным хариусом. Недоваренный хариус, крупно порезанная морковка, лук. И вот как в рекламе. Вот так все вот рассеивается, вот отсюда, вот здесь мы сидели, отсюда вот так рассеивается над нами. Саша Леснянский успел только схватить MacBook, прижать к себе, но мы похватали тару, вот. Тут случился следующий удар, и бутылка растительного масла таким же образом вылетела, вот нас вот так вот поливая. Задуло, стоим вроде хорошо, море понесло, по холоду смотрим, все, глубина увеличивается. Такой ветер был, что всю ночь работали, потом с метеостанции пришли и говорят, что ветер был более 40 метров. У каждого, кто хоть раз ходил по Байкалу, есть своя история отношений с этим чудо-озером. У организатора нашей экспедиции она умещается в одно, но очень емкое слово – любовь. Может быть добр до чрезвычайности, он может быть суров, он может быть просто, вот, ну не знаю, там, очень агрессивен, очень шумен, ну вот как какой-то очень интересный, очень такой характерный человек. 10 лет назад Станислав Леник придумал новый вид путешествия охоты на Байкале. Охоту за уходящим льдом и пригласил на нее всех желающих. Романтичное предложение Стаса уже приняли 300 человек. Я москвич. Работаю преподавателем. Я из Санкт-Петербурга. Чувство, что я вернулась домой. Хорошо быть деревом на вольном ветру. Что за жизнь начнется, когда я умру? В этом году наша охота началась в поселке Сахюрта. На двух кораблях, вооруженные, но не ружьями, не удочками, а фотоаппаратами и купальниками. Вы опоздали нынче. И льда вы уже не найдете. Почему? Все, оставим.
еще впереди 6 дней, время много, и все может быть. В 2010 году очень сложная была обстановка ледовая, когда мы в районе Шканов просто уперлись в эту стену. И дальше не смогли. Там местные егери, Будеев Юра, вы, наверное, все знаете его. Он когда говорит, а что, куда вы приехали? Я, говорит, 3 дня назад на Буране в Чеверку ездил. А вы, говорит, хотите на корабле пройти туда. Давай, давай, давай. Пробьем. Да пробьем. Татьяна Ершова приняла решение о поездке на Байкал в больнице. Она услышала там рассказ о нерпе, увидела фотографии и поняла, должна это увидеть. Москвичка, музыкант, редактор известного нотного издательства. Здесь для нее каждый день звучал необычный концерт. Это грандиозная симфония. Грандиозная симфония, где звучат много голосов. И весь оркестр, и соло. Ты слушаешь, и удивляешься, сколько голосов есть у Байкала. Ой, это хариус. И квас березовый. Промывается она в 3 водах, чтобы даже кровинки не было. Это очень адский труд. Это надо вставать 6:30 утра и ложиться 1:30 ночи. И вы ее сразу солите, да, достанете? Сразу. Даже она не должна на свободе пролежать 30 минут. Сейчас целую съем. Очень вкусно. Эти хариус. Ровно чистить. С придыханием произносил это название «Байкал». И вот на старости лет вместе с внуком решил на этот Байкал и податься. Мы не кидали удочки, но без рыбных экспедиций ни разу не было. А однажды случилась настоящая удача. В 2009-м из-за непогоды корабли задержались в Чеверкульском заливе и причалили в незапланированном Курбулике. В нашем Чеверкульском заливе омуль очень вкусный. Он жирный, он нагулистый. Можно удочки рыбу наловить. Любую рыбу поймешь, и наесть, и сваришь, и людей накормишь. Столько рыбы и колоритных рыбаков в одном месте на Байкале мы больше не видели. Один из красноярских фотографов поймал здесь такие кадры, что по возвращении сделал успешную фотовыставку во Франции. А в этом году у москвича Ростислава Куйбеды была другая удача. Он поправил здоровье, окунувшись в горячие воды хакузских источников. Сын мне приписал мерить давление утром и вечером. И когда Елена сказала, что вот она, значит, имеет некое сомнение, я принес ей прибор, померили у нее 119. Вот, она говорит, а у вас? А у меня 154. Ну и как же? Пойдем. Пошли. 40, как горячо, а сейчас уже вполне терпимо. Пришли, померили, у нее 120, у меня 124. Я поверил, что это действительно целебный источник, а потом лег спать и проспал обед. В 2011-м у Дмитрия Шарова из Красноярска открылись сверхспособности.
Местный житель, поедающий скалы, завел странный зверек. Это термит. Термит. Дима, вкусно? Словно лежешь капусту. Мальчик, плюнь каку. А что у вас на шамане? Продукты кончились, что ли? Я бы, конечно, и сам попробовал. Но запасов мрамора на корабле осталось мало. Моим самым любимым островом на Байкале за несколько экспедиций стал Баракчин. Если смотреть на него с воды, остров разделен на две неравные части – черную и белую. На темной есть гранатовые месторождения и захоронения шаманов, сделанные в виде лодок. На стороне светлого гранита – одно из самых крупных гнездовий серебристой чайки на Байкале. В экспедиции сложилось несколько пар. Светлана из Москвы и Дэн из Красноярска ходили на одном корабле, но разглядели друг друга в последний день на острове Огой и уже в следующую экспедицию приехали вместе. Байкал нас это вместе соединяет. Да? Ну, мы так, по крайней мере, думаем. Мечтой многих путешествий была северная бухта Айя. Это из-за красоты у нее такое название возглас. И на этот раз она приготовила сюрприз. Это нерпятник. Видно, как плохой, но все равно... Видно. Нерпа, она за льдом всегда идет. И ей обязательно нужен лед, чтобы вот эти иголочки, которые в нем остаются, да, в подтаявшем, они вот как расческа вычесывают этот старый мех, и растет новая шерстка, чистая, шелковистая. В 2007, по-моему, году был такой случай. Огромное стадо нерпа было, там голов 400, наверное, лежало одновременно. А я, значит, со своей мыльницей, с фотоаппаратом смотрю, на берегу лежит одна нерпочка. Ну, я возьми да подойди к этой нерпе. Подхожу, смотрю, а она, значит, живая, спит. И тут у меня под ногой камень треснул немножечко, хлопнул. Проснулся нерпенок, на меня смотрит, ну, где-то двухгодовалый, наверное. На меня вот так смотрит, и я на него так же. Ну, успела сделать пару хороших кадров. Вот погладить даже успела его, пока он от меня не учесал, не убежал в море, конечно. Нерпа живет почти как человек, до 60 лет и обладает необычными способностями. Она может погружаться в воду до 200 метров и надолго задерживать дыхание до 50 минут. У нее очень густая кровь и много гемоглобина. Глаза любопытные, большие. Очень интересно. Такие черные глаза. Ты просто смотришь, как загипнотизированные. Очень красиво. И светленькие, и темненькие, красивые глазки. Они очень толстые. Почему-то. Я просто в восторге от того, что увидел и услышал, как они хлопают себя. Мне так захотелось крупничка. Решил рискнуть, поскольку уже до отхода осталось немножко. Вот. Спустился и замер возле скалы. Сокращал расстояние, не знаю, по 10-15 сантиметров. Нерпы буквально лежали, не знаю, 4-5 метров за камнем. Это в мире животных дикий мир в одном флаконе. Без приятной компании. Я очень довольна и счастлива. Я счастлива, что я здесь живу, что это мое богатство. Мое! Не ваше, а мое. Начиная с севера, нерпа сопровождала наши корабли. Впервые за 10 лет экспедиции мы каждый день видели поблизости это удивительное животное. Сложный патриотизм применительно к жителям Иркутской области. Когда они при каждом удобном случае говорят, что мы живем на Байкале и так далее, но дальше Ольхона нигде не были. Ну хоть мы настоящие патриоты. И это глупо отрицать. Вспомнив Сергея Довлатова, журналисты Борис Лепнев и Дмитрий Гробовский рискнули и почти пустились в плавание на льдине. Это тот случай, когда мы догнали Лёшу.